Ну что ж, дорогие зрители, я приветствую вас на канале Stormy Game. Сегодня мы продолжаем проходить игру Prey. Значит, в прошлой серии мы остановились на том, что мы разблокировали там серверы зеркала и досмотрели до конца видео. На самом видео мы сами себе сказали, что должны уничтожить станцию. Просто взять и уничтожить. И в этом нам поможет январь. Вот он, собственно, январь. Сейчас, что нам необходимо сделать? Это же не знаю, что нам необходимо сделать, но, наверное, нужно поговорить с январем. Так, у меня нет никакого тут типа ящика, схрона там. Давайте утилизируем, наверное, сначала то, что нам не надо. То есть хлам сюда поместим. И преобразуем. Сколько всего. Так, что у нас тут еще? Это что такое? Минералы. А, это уже готовые. Гранаты. Ключик. Дротики. Прикольно. Бутылка игристого вина, привезенная на Талос 1 земли. Восстанавливает одну единицу здоровья и избавляет от страха. Нормально. Так, ну ладно. Я ваш план Б. Моя первая задача – освободить вас из симулятора. Вторая – показать вам видео. Эти задачи выполнены. Любопытно. Мне доступны новые директивы. Программу самоуничтожения Талоса запускают два ключа активатора. Первый у вашего брата. Второй у вас. Алекс уничтожил ваш ключ, но вы спрятали в хранилище данных схему для его изготовления. Вам нужно ее получить. Ключом Алекса займемся позже. Морган, тифоны расползаются по станции. Вам нужно опередить их и вашего брата. Этот пропуск даст вам доступ к главному лифту и лабораториям. Какой пропуск? Спасибо. К сожалению, я не могу починить лифт отсюда. Есть другой путь, через лабораторию психотроники. Именно там тифоны вырвались на свободу. Будьте осторожны. Далее. Вы попросили меня добыть другие нейромоды. Я это сделал. Удачи, Морган. Нейромод. Хорошо. Пока вас не будет, я поищу... Так, это значит, у нас тут обозначается фабрикатор-утилизатор. Ага. А в отдел продаж я тогда так и не прошел. Интересно, смогу ли сейчас? Аппаратная лаборатория. Это нам сюда. Войти в фойе лаборатории психотроники. Ну, я такой, что знаете, я бы сначала выполнил, может, какие-то второстепенные... Вот, например. Это вы мне показали на карте или что? Это войти в лабораторию. Хорошо, а... Так а где? Показать на карте. Выполнено. Сделать активным. Вот так. Пробойну сделать пока неактивным. И это пока сделать неактивным. Выполним доп. Задание. Лаборатория психотроники. Ну, давайте попробуем. Где она?
Вон туда. Мы в прошлый раз ходили, лифт не работал. Но, возможно, есть какой-то обходной путь. Вы что, опять сделали огнем? Не. Да ладно. Странно, что я не могу посмотреть. А Холт Алс я могу как-то посмотреть? А, ну я сейчас вот. Холли Талоса. А, то есть я, наверное, могу посмотреть карту только когда я нахожусь в этом отделе. Понятно. Понятно. Так, ну продолжаем. Петриков у меня очень мало, так что нужно изготовить патроны. Сначала, сколько у меня на дробовик? 16. В принципе... Что, на аптечку не хватает? На натуре не хватает. Ну, наверное, давайте 12 калибра. Хотя нет, давайте 9. Так. 9 сделали. 43 патрона. А, еще хотелось бы как-то узнать. Стоп, что происходит? Вот, набор для ремонта костюма. Господи ты. А это что? Это не знаю что. Можно только разделить. Подождите. А что значит разделить? Ну ясно. Короче, нифига не понятно. Это нейромод. Сейчас потратим его. Рыбные палочки. Так, а, нейромод забыл. Нейромод мы потратим на вот это. Так. Теперь мы можем взламывать кодовые замки. И компьютера. Ну, не все, конечно. Немногие лишь. Так, пойдемте отсюда. Но, в принципе, кое-чего, думаю, сможем взломать. Еще бы аутопсию. Так, здесь я вроде бы все взял. Хотя, быть может... И нет. Морг лаборатории психологии. Так, тут же никого нет. По идее, не должно быть. По крайней мере. Мы здесь спустимся? А откуда он там взялся? Тут пусто. А что это? Как это я здесь был? Прям был?
Что-то не догоняю. Это не, не, не. А, есть. Только для обслуживающего персонала. Я могу отпереть. И где это мы? Запчасти. Не узнаю. Господи, я тени испугал. Господи, ау. Куда я пришел? Не могу понять. О! Мой кабинет. А я могу выбраться наружу? В натуре могу. Прикольно. Так, ну ладно. Это, конечно, все хорошо. Так, это нам вниз. Но вот не задача. Блин, подъем третьего уровня нужен. Мне ведь вон туда? А где-то ходит крокозябра. Весьма и весьма неприятное. Так, в туалетах я был. А, наверное. Не-не. Вот так. Я совсем забыл, что здесь есть быстрое сохранение. Тейкс. Мы ничего не можем поделать, да, с этим? У вас только один вход сюда? Я, честно говоря, не склонен в это верить. Не. Не поддается. Так, и здесь, я думаю, тоже. Никаких особо интересных и приятных вещей меня не ждет. Только вон та херня. Ладно. Может быть, есть какой-то спуск внутри? Потому что, честно говоря, я как-то не очень хочу с ним иметь дело. Здесь вот. Так. Давайте без вот этих. А это выход сюда, да? Ну нет, сюда мне не надо. Ладно, давайте спустимся, попробуем прошмыгнуть. Если нет, тогда придется завалить этого петуха. Фиолетового. Навык хакер позволяет вам взламывать защитные системы кодовых замков и терминалов. Повысив уровни навыка, вы сможете взламывать роботизированные системы, например, турели и операторов. Для взлома быстро перемещайтесь в потоке данных с помощью ВСД, чтобы достичь цели. Оказавшись внутри цели, нажмите «Требую» кнопку, чтобы завершить взлом.
поднимать. У. Нормально. А это охренеть как тяжело. Ну, будем знать. Ясно. Он один тут такой. Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на работе станции могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь с станцией безопасности. Не один. Мне нужно реально прокачать аутопсию, чтобы делать вскрытие и доставать более ценные материалы. Это нас куда привезет? Нет пропуска. Никуда это нас не привезет. А где это мы? А, ясно, это мы вот над центральной. Твою мать. Напугал. Так, патрончики-то заканчиваются. Это просто картина у нас. Это куда? Ого. Попадание из засады. Паскудник. Вот так. Это место немножко освобожу. Блять. О, патронов-то нет. Патрончиков-то нету. Это все хреновое. Что? А это карабкаться было, я думал, бутылка карбонара. Господи, откуда я такие слова знаю? Транскриптор, давайте послушаем. Мию, это доктор Кальвино. Что такое? Я болен, сам не свой. Пожалуй, я сегодня не выйду на смену. Ладно, мне закончить этот набор. Я изготовила чертову прорву стекла. Набор? Я не могу вспомнить. Вы попросили меня создать новый набор. Вы, наверное, не так поняли. Вы лучше не трогайте мою аппаратуру, пока меня нет. Видите ли, вы оставили мне сообщение. Я бы этого и не делала, если бы вы не... Нет, конечно.
Я помню. Просто сейчас это не важно. Это не важно? Поговорим об этом завтра. Так. Петриков нет. Читаем на паузе. Ну что? А куда нас ведет эта дверь? А? Отсюда я ее открыть никак не могу, да? Выломать, соответственно, не оттуда, не отсюда. Очень жаль. Никаких потайных ходов сюда тоже нет. Ну, в принципе, здесь и делать-то нечего. Особо так, если посмотреть. Я подумал, это сейф. Ладно, давайте пробовать пробраться к тому. О! Хлам. Отлично. Мне это как раз пригодится. Вот. Еще всякие. Всякая всячина. Цедра тут. Ладно, пойдемте. А то мы так никуда никогда идти не можем. Пропуск. Кабинет службы безопасности. Развертыватель. А. Нейромод. Отлично. Чипы. А, увеличивает шанс отбросить противника при ударе разводным ключом. Ну ладно, пусть будет. Запчасти. А потом жалуешься, не могу починить костюм. Идиот. Так, правда, патрончиков у меня 18 штук всего лишь. А там этот перец ходит. Давайте-ка мы поменяем. Вот это поставим на четверку. Ой. Да, а ему как бы не особо-то. Готов? Готов. Что это такое? Приманка для тифонов. Приманка для тифонов, она же излучатель, испускает психолюминесцентное свечение, привлекающее тифонов на короткое время. Используйте ее с другими видами оружия и приемами, чтобы скрыться от тифонов, заманить их в засаду или понаблюдать за их поведением с безопасного расстояния. Приманку можно бросать или прикреплять к неподвижным объектам. Ясненько. Короче, это с гранатой надо использовать. Патронов совсем. Совсем чуть-чуть осталось. Так, туда мне нужно... Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Хорошо. Открыть. Открыли. Только какие двери мы открыли, если те, которые нам нужны? А, ты забыл в принтере карту своего персонажа. Не забудь, мы перенесли игру в рекреационный центр жилой секции.
на час позже обычного. Сделай одолжение перед приходом, надень улыбку. До встречи. Такс, почта. Оказывается, Юрий Кимура ничем не отличается от всех остальных. Я тебе за обедом расскажу. Угу. Тут надо второй уровень. Хакерство. А у меня... нейромодов только один, а на второй уровень хакерства нужно 4. Понятно. Можно, конечно, оружие улучшить. Ой. Ой-ой-ой-ой, что натворил? А что? 60 единиц пси. Тут, например, есть выпить там. Объединить. С чем объединить? С вот этим. Нет? Объединить. А, ясно. Давайте дробовик улучшим. Закрыто. Нужен оружейник, отдача, боезапас. Вот боезапас я качну. Хотя бы 5. А что еще можно съесть? Давай поедим. Нормально так. Давайте сохранение сделаем. Патронов нет. Ничего нет. Тоска и безысходность. Я знаю, что у вас провалы в памяти, но вы оставили инструкции на тот случай, если тифоны выберутся на свободу. У Алекса есть спасательная капсула. Вы сделали копию его ключа и спрятали ее в отделе нейромодов вместе с припасами. Я отмечу координаты на вашей карте. Я выйду на связь, когда ключ будет у вас. Мию! Это... это доктор Кальвино. Сори. Прошу прощения. А, я думал, вы легли спать. Или игнорируете меня? Я хотел... я завтра опоздаю на смену. Но хочу, чтобы первым делом собрали... новый набор микролинз. Старый уже мне не нужен. Возьмите все, что нужно в машинном цехе. А если Клайв будет выделываться, просто стащите, когда он отвернется. Нам не положено знать код, но я все равно его высылаю. Чуть не прорвало. Вот была бы незадача. Утилизатор сломан. Что с ним не так? Давайте починим. Хрен с ними. С запчастями. Не запчастями едины. Так. Нет. Даже аптечки нет. Цацки.
Тут ничего вроде бы нету. Взаимодействовать ни с чем нельзя. Зачем я сюда пришел тогда? Распределительный щит. Напоминаем, что все сотрудники Талоса 1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. А подождите. Я вот это хочу сделать неактивно. Собрать ключ. В морге, да? Точно в морге? Я сейчас, чтоб не пришел туда. От каюты с тела. Понятно. Простите, что я такой рассеянный, но просто что-то на меня сегодня нашло. Я не всегда такой, честное слово. Опять этот фиолетовый, что ли? Вот твою мать! Убил? Надеюсь, что убил. Так, всяко, наверное, сюда что-то спрятали. Ну, типа вот этого. Ну, конечно, я ожидал чего-то посерьезней. Даже в Таркове, блин, прячут под лестницей что-то такое нормальное. А тут... Можно перейти. Ничего нет. Ну ладно, давайте пройдем. А что у меня? Патроны. Совсем все плохо, наверное. Ладно, подберем. Я думаю. Для изучения российского спутника Ворон-1, который первым столкнулся с экосистемой тифонов в 1959 году. Интересно. Интересненько. Сагита. Какая такая Сагита? Есть карта? А карты ведь нет. Терминала службы безопасности я тоже не вижу. Показывает лишь то, что мне туда. Я вообще не уверен, что мне сюда, по уровню. Морган, в лаборатории психотроники небезопасно. Что тебе тут нужно? Кто-то помогает тебе. Екатерина? Элазар? Я могу подслушивать сообщение вашего брата, и я с ним согласен. Здесь задерживаться нельзя. Вам нужен служебный шлюз в технический туннель, Сагиту. По нему вы подниметесь на самый верх станции. Идете? Иду куда? Октавия, вы слышали тревогу? Мы все должны собраться. Слушайте, очень мило, что вы обо мне беспокоитесь. Но тревоги у нас уже бывали. А мне до конца смены нужно починить еще 3 чертовых пылесоса. Ох, уже 4. Кто-то скинул еще один. Эти штуки просто хлам. А, запчастей не хватает. Это не учение, Октавия. Высылаю код. Пожалуйста, немедленно идите к капсулам. Что-то я очкую туда идти, и патронов нет. Морг. Морг лаборатории, он что, наверху? А как мне попасть наверх?
Вот ты какой, да? Жулик. Если я спрыгну туда, как я поднимусь? А хрен с ним, потом разберемся. Это ведь весело. Правда? Ну, давай. И чё? Где терминал службы безопасности? Где? Я не вижу. Где он увидел? Это все, что я могу? Это у меня столько сил? Здорово. Японский бог. Блин, мне туда очень надо. Я что, не провожу, что ли? Ну-ка. Функции. Это оно? О, да. Патроны откуда-то взялись. Пистолет. Пистолет — это хорошо. Да ладно, недостаточно места уже. Патроны. Трека тут что? Карта сектора. Давайте загрузим карту сектора. Заодно посмотрим, как нам попасть в морг. Станция зеркала. Надо просто посмотреть. Странная какая-то карта. А, лифт, вот. Так, подождите. Переход на другой уровень. Гравилифт. Это на другом уровне. А здесь где гравилифт? Может, тут? Ну, давайте попробуем. Читаем на паузе. Патрики. Давайте установим одну вот здесь вот. Блять, давай. Вот так. И вторая. Где мы поставим вторую? Даже не знаю. Давайте где-нибудь здесь откнем. Вот так. Хорошо. Подъем второго уровня у меня нет. Ладно, идем.
Готов? Хорошо. И сюда. Получил? И я получил. Отлично. Вообще хорош. Ну, как-то бедненько. Угу. Это читаем. Ну, тут ничего интересного. Тут три какие-то херовины. Что у нас здесь? Куда я иду? Так, ну да, в принципе, потому что правый путь у нас заблокирован. Вот только тут можно вывернуть и пойти посмотреть, что справа. А справа у нас тут какая-то жуть. Ни хрена нету. А что это такое? Что это за хрень зеленая? Так, давайте без вот этих вот. До свидания. Я бы съел что-нибудь вот так. И, наверное, мы возьмем опухоль химика. Куда нас это? Боже мой, у нас не лезет ничего. Куда нас приведет эта дорога, интересно? Но в любом случае, не узнаем, пока не спрыгнем. Только хорошая ли идея спрыгивать с полными карманами, если что, мы даже унести ничего не сможем. Как-то я шлепнулся. Некорректно. Твою мать. Нормально. Трохи отхватили, но ничего страшного. Не критично. Это что такое? Вот это всяко надо разлупить. Гипс-пушка. Зачем мне гипс-пушка, если у меня она есть? Баллон возьму. А это что такое? Психоскоп. Взять. Оружие мимиков. Нейромод. Орган. Чаша Петри. Вы получили чип. Нажмите E. Психоскоп был прорывом. Это
Это самая важная технология на Талосе-1 после нейромодов. Сканируйте тифонов с его помощью, чтобы узнать, как они устроены. Кстати, это ваше изобретение. Включите психоскоп, нажав Z, чтобы отметить и просканировать находящихся рядом врагов. Сканируя тифонов, вы открываете новые способности, которые можно получить, установив нейромоды. Угу. Я думал сейчас этого. А, надо было вот это вот, блин. Черт. Надо было вот этого загипсованного просканировать. Ну ладно. Я думаю, на этом мы серию пока и закончим. В любом случае, спасибо, что смотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Дальше будет лучше. Всего доброго, до свидания.